режима. Поликистоз почек ходит на гемодиализ. Можно ли? Да. Почка, как и матка. Кино без буковки О. Кровоток почки нужен, иммунитет нужен, нервы нужны. За гемодиализ, вот в Междуреченске женщина, Междуреченск это же ваша область, да? Да. Женщина, несколько лет, по-моему, 4 года, у нее не работают почки, нет мочи. 3 раза в неделю ходит на гемодиализ. 2 года оздоравливается на Нугабест. За эти 2 года появилась моча, то есть она буквально с того света возвращается. Говорю, давайте вас снимем на видео, покажем всем остальным, чтобы люди видели, что это возможно. Она говорит, не хочу, меня группу снимут. Но я ее понимаю. Я ее понимаю. Вот так и бывает. Тут, где шахтеры и уголь добывают, там еще одна история. Ну, дилеры говорят, вот такая история. Приходят шахтеры в салон, начинают ходить. И за буквально там месяц видят, что они выздоравливают. Бросают ходить много Нугабест, чтобы не сняли регресс. Вот такая история бывает. С почками точно, потому что с почками шикарные у нас есть факты выздоровления. Даже таких почек, которые сморщены вообще были, стали адекватные и нормальные. Абсолютно. Делаем кино для почки. Кровоток, иммунитет, нервы. Много. Пусть продолжает ходить, оздоравливается, через время сдает анализы и будет сама видеть, что почки работают лучше. Исследование фильтрации, там через месяц-два провести контрольные посмотрения.